Юрий Култынов, тренер команды «Олимпия». Юрий Игоревич, ждали мы сегодня, конечно, победы. Начали с двух заброшенных шайб ворота «Прогресса». И затем 2-3 поражения. В чем причина? Что не доработали, готовясь к принципиальному сопернику? Ну, резюмируя матч, можно разбить его на несколько отрезков, даже не периодов, а именно отрезков, 7-10 минут. Ребята были заряжены, ребята понимали всю ответственность, понимали, что это за матч для кирово-чепецких болельщиков. И упрекнуть их не самоотдачи или нежелание, ни в коем случае тренерский штаб не может. Ребята вышли заряжены, настроены, что вылилось в первую заброшенную шайбу. Хороший первый период. Буквально несколько недочетов, несколько ошибок можно было уделить. Затем игру сломали индивидуальные грубые ошибки, в первую очередь это удаление. Удаление мы пропускаем две шайбы, играя с численным, в численном меньшинстве 4 на 5 и 3 на 5. Конечно, есть по горячим следам, есть претензии к судьям. Мы будем смотреть видео, будем разбираться, что за моменты и кто в них виноват больше. Конечно, будут приняты меры к игрокам, которые подставляют команды, которые, к сожалению, сломали игру. «Прогресс» воспользовался дважды своим преимуществом численным. Мы столько же раз не воспользовались. В чем причина? Почему мы до сих пор не умеем играть в большинстве? Игра численным преимуществом, это в первую очередь индивидуальное мастерство, индивидуальное исполнение. Мы меняем сочетание, мы предлагаем ребятам варианты. В тренировках есть прогресс, есть моменты, но где-то волнение, где-то активная игра соперника, к сожалению, пока не позволяет нам играть стабильно в большинстве. Хотя сказать, что мы ничего не забили, тоже не могу, потому что все-таки игры в большинстве не так много, и сегодня будет. Поэтому мы будем над этим работать. Ну что, вам удачи в повторном матче. Ждем победы.